День добрый, уважаемые коллеги. Приветствуем вас из Карелии. Другая сторона Онежского озера, неподалеку от города Пудож, есть село Авдеево, где расположен небезызвестный многим купецкий карьер Габранорита. Есть интересная новость. Уже был представлен новый камень, который стали добывать на этом карьере, с коммерческим названием «Онежский лабрадорит». Позади меня горизонт, на котором пошел прекрасный камень, лабрадорит. Он уже был представлен на выставке «Некрополь Москва» в этом году. Он имеет зеленовато-сероватый такой оттенок. И в скором времени пойдет более активная добыча этого камня, и вы можете обращаться за ним в объединенную горную компанию, которая сегодня как раз-таки нас вместе с представителем ООО «Проект», производителем станков под брендом «Констан», проводит для нас экскурсию по этому поводу. Кстати, здесь достаточно много исходного сырья, его хватает не только на заготовки, на строительный ассортимент, но и на брусчатку, которую пилит 12-дисковый многопил производства ООО «Проект». Репортаж об этом в скором времени вы увидите на YouTube-канале Look Media, на ритуальном блоге и на сайте marmorisgranit.com.